Ну что, найдет? Нет? Долго еще будет искать? Ну раз так долго ищет, сейчас какого-нибудь 20-го этого подберет маньяка. Нет, сверху не будет. Если и будут, то только в будущем. Мне этот перк нахрен не нужен. Блин, еще пришлось так далеко, 3 8000 пришлось потратить. Да, дух последний. Надеюсь, ранка сейчас выиграть, в общем, надо. Я не знаю, хочу вы в этот пятый опять себе добить. Я пока спать сильно не хочу. Посмотрим, в общем. Максимум до 2 часов. Это предел. Так, у него в основном доме. Траппер опять. В основном доме будет логово. Вон там, походу. Чувак проснулся. Было бы здорово получить инструменты. Грёбаный фонарик. Маньяк там, походу, ставит эти ловушки. Да. Не, никаких мобильных игр. Я пока остановлюсь на ДБД.
Меня все устраивает. Я не думаю, что нужно что-то менять. По-моему, это интересно смотреть. Да, на больших стримах я буду, не знаю, может быть, доту какую-то периодически. Ну ладно, он все равно не побежит сюда. Слегка его отвлекли. Как он стал интересным. Очень странно. Я из Москвы. Да я знаю, но я говорю, разнообразить понемножку, понимаешь? Я все равно ДБД останется моим основным стримом. Он здесь передумал ставить капкан, что ли? Мало играю. Давай, спокойной ночи. Я, к сожалению, не вижу, где он лежит, поэтому искать иголку в стоге сена я не буду.
Главное быть очень-очень осторожным. Крюки нафиг поснимали, что ли, они все? Вон крюк. За кем-то бегает опять? Или там генератор? Блять. Крюков, походу, нет. Странно, почему он за мной не побежал? Не знаю, маньяк, по-моему, ну. Он подошел в упор, думал меня взять. Не знаю, ребят, хотите еще я сыграю пару каток? Это тот же маньяк, который тогда меня зафармил в прошлой катке. Я обязательно дождусь и напишу ему, что он рачье.